Всем привет, ребят, с вами Фокс Малдер. Играем в игрушку под названием Resident Evil. Четвертая часть. Как и обещал в прошлой серии, давайте-ка мы к торговцу не пойдем сейчас пока. Сходим вот на ту арену. Мне очень интересно, кто там так кричал. У нас сохранение прямо рядышком, тем более. Пардон, игрушка, блин, ребят, меня прям зацепило. Хочется в нее играть и играть. Не знаю почему даже. Вроде бы не совсем тот резидент, но очень похож на него. Так, вороны, что они тут едят? Че их как много тут? И там вот что-то светится, кстати. Здесь сделано по типу как-то арены, что ли, какой-то. Хуя себе дверца, блядь. Там кто, блядь, Кинг-Конг, что ли, за ней? Взять, что это такое? Шпинель, отлично. Шпинель. Меня интересует, что же там находится такое за этой дверкой. Проверить. Кажется, ворота очень хорошо заперты. С другой стороны, слышно какое-то рычание. Нет. Даже не горю желанием проверять это, блядь. Да, тут, видимо, какая-то то ли арена, блядь, то ли чё ли, блядь. А трибуны есть? Это что-то Олд Траффорд, блядь, какой-то недоделанный. Ладно. Бочки. Деньги. Денежки, отлично. Стоп, давайте-ка, куда мы сходим сейчас? У торговца там тупик, так что давайте-ка пока сходим к торговцу. Посмотрим, что он нам там предложит. И пойдем дальше. А что же нам тут... Что, вот это вот можно разбить? Можно. Какого хуя это разбил, блядь? Она свет давала хоть какой-то, нахуй. Ёбаный мудак. Ну ладно. Вроде бы и так видно все. Торговец. Черным золотом. Себастьян Перейра, блядь. Бочка. Очень нас подъебнула коробочка со змеей, блядь, в прошлой серии, блядь. Не хотелось бы на такую еще нарваться. Чуть такую. Вода? Да ладно, блядь. Вода, смотрите, а я упасть могу? Или спрыгнуть, может, как? Нет. Не могу. Странно. Хуя себе, тут целое озеро, блядь. А я, может, плавать я могу, нет? Как туда мне попасть-то, эй? Не хочет. Слушай, очень, очень приятная музыка играет, на самом деле. Здесь что у нас такое? Просто проход. Нет, к бочке. Еще деньги. 1600, отлично. Самое большее мы, по-моему, 3300 с какого-то мужика тогда собрали. По-моему, в прошлой серии как раз. Ну-ка. Давай, удиви меня, блядь. У меня появились редкие товары, незнакомец. Отлично, незнакомец. Я вижу, вы собрали достаточно медальонов. Как я и обещал, я дам вам особое оружие. Вы можете забрать его, не беспокоясь о деньгах. Это за мой счет. Ну, ладно. Каратель, это что такое? Пистолет какой-то новый. 9 миллиметр. А что за нахуй? У него урон меньше, чем, блядь, у моего. Эй. Каратель, блядь. А по какой хуй мне нужен-то? Перезарядка. Обойма. 10. Ружье, винтовка. Ракетница, приклад. Оптический. Не, а нахрена он мне нужен-то, действительно? У меня пистолет. Единица урона. Но у меня уже больше. У меня там прокачанный, наверное. Экзибит отдавал, блядь. Каратель. Ну-ка. Вот. В чем он лучше-то? Он, блядь, хуже, нахуй. 9, который может прострелить 2 врагов. А, то есть... Пули очень... Пули, патроны, что ли, такие, блядь? Или... Очень убойный. Хуй знает. Честно сказать, я не очень хочу его покупать. Вернее, забирать, потому что... Как бы, блядь... Ну и чё? Ничего в нем такого нету. Да. У меня пистолет помощней. Помощней.
Да тем более там я уже прокачал немножко. Так что иди нахуй. Улучшить ружье. Что мы можем с ружьем сделать? Скорость перезарядки. Фу. Так. Тоже хрен пойми чего. С карателем я что могу сделать? До двух врагов. Черт его знает, взять его, ребят, не взять этот каратель. Даже не знаю. Товары обновлены. Купить. Ну, блять. Давайте купим, что делать. Ну, купить, да. А что это такое? А? Что за нахуй-то? Отменить? Нет. Давайте поглядим сначала, что такое с этим карателем. Thank you. Ружье, пистолет. Пистолет. Ну-ка, нахуй иди отсюда. Так. Каратель. Улучшить. Что я могу улучшить у него? Мощность. Темп стрельбы. 1.1. 10 тысяч стоит, охуеть. Скорость перезарядки, блядь. Может, он действительно настолько хорош, блядь. Я что-то, блядь, сомневаюсь, конечно, в этом. Мощность, блядь. Охренеть, блядь. Ну, сука, хуй знает, что с ним делать. Ну, давай, ладно, улучшим. Хуй с ним, походим с этим карателем, да. Продать. За сколько я продать могу каратель, кстати? Каратель за 15 косарей могу продать. Неплохо. А пистолет? А пистолет всего за 7,5. Ну, судя по цене, наверное, он лучше все-таки. Так, что я могу? Перезарядка. 1.7, 1.73. Ну, он вот мой чуть получше, потому что он немножко поубойнее. Хуй, ну, давайте продадим. Че? Два пистолета мне нахуй не надо, как бы. Каратель все равно как бы лучше стокового. Его еще нельзя улучшить раз? Нет. Емкость обоймы тоже нельзя. Емкость обоймы вот для дробовика что ли сделать? Так. Скорость перезарядки. Слушайте, давайте я сделаю все-таки лучше дробовик, потому что я его девать никуда не собираюсь. И у нас будет хороший дробовичок. Может, каратель тоже сделать. Емкость обоймы увеличить. Перезарядка. 8000. Да хуй с ним, давай, блядь. Ебанем. Пятнашка останется, короче. Темп стрельбы. Ну, темп стрельбы нам как бы похуй. Выход. Все, выход. Мы сделали пистолет хороший. Как хороший, нормальный. Так, поставим его сюда. Экипировать. Угу. Сейчас сохранимся тогда. Я, кстати, честно, ребят, признаюсь, третью серию подряд, блядь, записываю. Игру, блядь, затянуло, пиздец. Так, ладно. Запись завершена. Пошли отсюда. Все. Бежим. Бежим отсюда. Давай, карабкайся уже. Так, тут... А, лампочку-то же мы с вами разбили. Замечательно. Меня все-таки пугает, что это за арена, блядь, такая. Вороны, блядь, тут... Хуй знает, для чего она. Ладно, пойдемте, пиздец. Тут не мешки ворочать. Тем более, только сохранились. Хуль тут там. Грех жаловаться. У нас все, все пока нормально. Пока, слава богу, все нормально. Тут ничего. О, патроны. У нас патронов нормально уже, кстати. 50. 71 в запасе и 13 в обойме. Отлично. Бочка. Хуя, сейчас опять, блядь, какая-то змея. О, зажигательная граната. Зажигательная граната, она называется. Вот, я вспомнил, блядь. Граната. Припарил, блядь, граната, которая горит, блядь. Что это? Не, внимание. Все. Отлично. Капканов нет, надеюсь, никаких.
О, блядь! Бежать, 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 бежать. Бегом, 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 бегом. Нажимай, нажимай на крестик, блядь. Сейчас, наверное, на... А, оп! Хуй вам в нос, блядь. Аборигены сраные. Куда это я тут прибежал-то? Они столкнули камушек. Волки позорные, блядь. А, ну это я тут просто вот по этому... Как бы тоннелю пробежал. Ущелью. Точнее. Где они? Где эти суки? Вон там что-то какой-то огонек горит. Как я вижу. И стоит какой-то хуила, блядь. А с чем он там? Слушай, это не растяжка случайно? По-моему, растяжка. Если мы сейчас по ней попадем, это будет прекрасно. Огонь, блядь. Отлично, просто отлично. Тут что-то... А он в воде стоит, блядь. Взять патроны, блядь. А что они делают-то, блядь? Блядь. Ну я эту могу, наверное, так ёбнуть, да? Отлично, блядь. А что еще могу сказать? Просто отлично. Вот это сейчас еще гандоны въебем. Сука, нет, не въебем. Придется так убить. Блядь, не попал. Ах, сука, блядь. Да ёб твою мать. Сдохни, мразь. Так, этот ушел, да? Они сдохли? Нет, они еще не сдохли. Так, ты что, пулю в рот захотел? Сейчас я тебе это устрою. А где они? Там подняться можно, что ли? Ёб твою мать. А он без ничего. Ребят, он без ничего. Сейчас мы его ножичком. Чик. Что-то еще дали. 1450. Прекрасно. А еще-то один где? Вон он. Где ты, сучоныш? Он что, своими топориками, блядь, кидает? Да ты охуел, нахуй. Стоит, блядь, по колено в говне и своими топориками накидывает. Еще, блядь, как бы не попал, нахуй. На, мразь! Еще ничего и не выдал. Гандон. Что тут написано? Церковь, озеро. Нас предупреждали насчет озера, что тут какой-то большой музунгу. Музунгу будет, блядь. Так, очень опасненько сюда приходить-то, блядь. Какие-то домики, блядь. Где, где, где? Не вижу. А, вон он там. Блядь, заорал кого-то это самое. Над ухом прям. Что это такое? Патроны для пистолета-пулемета. Блядь, только не змея, нахуй. Блядь, ты ебать тебя в рот, а? Сука, где она? Дай-ка нам яйцо-то, блядь, змеиное. Ты куда ушла, змея, блядь, стой, на. Ну не уходи. Да я тебя застрелю-то, блядь. Яйцо дашь? Дашь. Смотри, смотри, крадется, блядь, с топором, нахуй, гандон. А что делает, шельма? На, в очко, блядь. Хрен знает, насчет пистолета, кстати, непонятно. Да вроде 3350 опять дали. Да вроде такой же, нахуй, ничего в нем такого нету. Уф. Интересно. Обычный пистолет, как бы. Где? Ах, сука! Суки! Суки, твари, блядь! Ой-ой-ой-ой, погоди, погоди, сейчас я вам тут. На, нахуй! На, сука! На, блядь, ты ебаная. Бля, я сейчас сдохну, да. Один готов. Второй готов. Стоп, стоп, блядь, там они два поднимаются. Ах вы, суки. Яйцо, яйцо пока оставлю. Мне кажется, лучше рыбу съедим, давайте. Во! Все, рыбу съели, заебись. Хули нам, кабанам. Наебемся и спим. Правильно? С вилами, блядь. Ну, подохли, что ли, блядь? Да господи, блядь, наконец-то. Откуда они взялись-то? Их столько много, да? Охренеть, блядь, да ты еще живой, на? Я тебя сейчас ножичком почикаю. На, нахуй, умри, блядь. 1100. Патроны.
Еще 900. Прекрасно. И со здоровьем у нас... Да, со здоровьем нормально все. И спрыгнуть? Я только спрыгнуть могу. Да вы что, охуели что ли? Блядь, где у меня граната? Граната же есть, точно. Эй, что я делаю? Так. Нате, мрази, сдохните. Берем пистик. Все, сдохли все. Ха-ха-ха. Ах ты, блядь. Тысяча 200. Все? Никого нету больше? Судя по музыке, никого. Блин, ну нам надо еще что-нибудь съесть. Яйца. Вот яйца я ставлю. Яйца я просто перемещу. Надо съесть... Блин, а что съесть-то нам? Траву, что ли, съесть? Давайте траву одну съедим тогда. Нихуя себе, она еще не полностью восстанавливает. Смотрите, яйца лучше восстанавливают, чем... Восстанавливают здоровье, чем этот самый. Чем трава, блядь. Хуеть не встать. Рыбину пока оставим. Рыба это хорошо. Рыба... полезно для здоровья. Карта. Здесь у нас сокровище какое-то есть. Сокровище, блядь. Нихуя тут территория, вы видали? Или это есть озеро такое? Хрен его знает. Охуеть размерчик, блядь. Ладно. Надеюсь, там немного народу будет. Пойдемте в воду тогда. Здесь очень много растяжек. На меня, наверное, все. Кстати сказать. Где? Где, сука? А, вон он. Как залезть туда? Можно? Ну-ка, да, чувак, я с тобой хочу сразиться. Выходи на честный бой. Давай, сдохни уже. Сдох, что ли? Блять, змея, нахуй. Ну-ка, стой, змея. Блять, да ладно, нахуй. Ах ты, сука, ты же этот самый у нас. Блять, мимо, нахуй. Да сдохни, блять. Яйцо, отлично. А, змею прибило, судя по всему, блять. Змею взрывом убило. Предмет, патроны для ружья. Так. Так, ладно. Ну-ка, что у нас там? Три яйца у нас есть. Да, в общем-то, неплохо пока. Рыбина еще целая. Пока неплохо. Что такое? Граната зажигательная. Спорим? Точно. Гранатка есть у нас. Растяжки, блядь. А здесь что такое? Здесь нет ни хрена? Нету ни хрена. Ну все, пойдемте дальше. Блять, растяжка. Как, блять, вот кроме пистолета вот это самое, обезвреживать. Может, можно как-то? Скорее всего, нет. Вон еще один хуил стоит. Вот, девушка с веслом, блять. На, нахуй. Да я ж попал, блять, две пули в него. На, сученыш. О, дядя, ты кто, блядь? Капитан, капитан. Улыбнитесь. На, нахуй. Не подох ведь. Не подох. Сейчас это самое, доведем начатое до конца. Все, сдохни, нахуй. Дедушка, мазай. Без зайцев, нахуй. Сука, мог бы хоть что-нибудь патрончиков хоть подкинуть каких-нибудь. О. Ладно. Змея? Блять, змея! Змея, сука! Ну ладно, она хоть что-то это самое. Не сильно жалится-то, блядь. Блять, подойди поближе-то. Да, блядь, ты зарежь ты ее уже, нахуй. Яйца возьмем. Судьбы, нахуй. Да, ты, блядь, не извивайся. Все, сдохло. Взять. Яйца, отлично. Че там? Что-то звук какой-то был непонятный.
кого-то кто-то из очка какого-то вылезает. Хотя, может, так и есть. Хуй её знает. Пойдемте. Что тут такое? Да тут, по-моему, никого больше не будет, да, судя по всему. Вот меня единственное пугает вот размеры вот этого вот... А, погоди, а что меня пугает размеры-то? Это просто ведь... Да, размеры охуенные. Тут какая-то большущая территория, охрененная большая. А для чего такая... Непонятно. Хрен знает, не знаю. Ну давайте, ладно, пойдем туда. Там есть машинка. И, кстати, на этой локации. А, так, у нас там машинка должна быть. И здесь тупик, судя по всему, да? Да, тут тупик. Давайте сходим в тупик. Поглядим, сейчас, наверное, целая куча народу опять набежит. Сколько у меня патронов от дробовика? Блять, немного. Почему у торговцев нету патронов? Я бы прикупил бы лучше патронов, действительно. Ничего? Ничего. Вообще никаких. Нет пистолета, блять, нет пулемета. Никто там сзади не крадется, блядь. А что здесь? Лодка. А, они второго мусора, видимо, выкидывают. Черт. А может быть, они это чудовище подкармливают, про которое было написано? Ну-ка, поглядим, что сейчас будет. Полиция! Мать твою, блядь. Вот это пискарик, блядь. Так, отлично, блядь. Значит, там... в воду не ногой, блядь. Там кто-то большой, блядь. Что за мегалодон, блядь. Ладно, хрен с ним, с мегалодоном. Охренеть, вот это рыбка, блядь. Бля, игруха просто потрясающая. Какого хрена я в нее раньше не играл? Ради такой игры можно и на клавиатуре пострадать. Патроны. Вот от пистолетов, от пистолета патрон. Блять, только бы не змея опять, а? Нет, трава. Травка желтая, да? Желтая, да, замечательно, глядите-ка. У нас есть зеленая еще к тому же. Сейчас мы ее смешаем. Че? А, это я понял. Объединить. Ну-ка давайте с зелеными мы их объединим. И съедим. Еще маленько у нас здоровье прибавилось. А, кстати, у меня еще, кстати, есть этот самый. Смесь трав. Так что у нас все нормально пока. Яйцо сюда. 4 яйца у нас. Смесь трав и аптечка. И рыбина. И рыбина, конечно же. Большущая. Вот в этом домике, судя по всему, да, там печатная машинка есть. Блять, уж не на лодке ли мне сейчас плыть придется, а? Фу, трава. Зеленая, зеленая трава. Деньги. 1100. 1150, блять, как я не хочу по этому озеру-то ехать, а? Что нас тут ждет? Мы вот сюда можем пристыковаться. Здесь какой-то секрет, но там дверь закрыта. Непонятно, как ее открыть. Здесь у нас еще одна сохранялка есть и какое-то задание. Пункт назначения. Значит, нам в любом случае сюда идти. Предлагаю что? Предлагаю сначала скататься... Погоди, сокровище? Стоп, 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 стоп. А почему я его не видел? А где это сокровище? Ну-ка я сейчас сохранюсь. Давайте-ка сохранимся и назад пройдемся. Там какое-то сокровище есть. Запись зыр. Блять, а мы что этому-то не продали? Сука, что я вспомнил? Торговцу-то, у нас же камни какие-то есть. Еще что-то, ну-ка. Вот камень. Два причем.
Шпинель по два косаря. Зеленый кошачий глаз какой-то. Тоже, наверное, денег... Что я сделал? Ой. Тоже, наверное, денег стоит. Погодите, здесь есть у нас какое-то сокровище. А как оно выглядит? Где вообще оно находится-то? Блять, в соседней... На соседней локации тоже сокровище есть. А что за нахуй-то? Почему мы их не видим даже? По логике вещей оно вот здесь. А где? Блять, гнездо нахуй. Хо-хо! Золотой браслет с жемчугом в вашем дипломате. Отлично, блядь. Золотой браслет. Все, давайте сейчас еще раз сохранимся, перезапишем запись. Блин, и на соседней локации-то... Стоп, давайте-ка сходим, блядь. Там, по-моему, нет никого же. Сейчас по Шурику прям сбегаем. На соседнюю локацию. Поглядим, что здесь такое. Ну-ка, давай-ка, открой-ка. Здесь тоже может быть какое-то гнездо или что? Я не видел просто-напросто. Где оно? Блин, далековато, конечно. Ну ладно. Сейчас быстро мы тут добежим. Тут бежать-то минуту, блядь. Да какую минуту? Меньше. Так, здесь что ли где? Где-то здесь, я смотрю прямо на него. Вон, гнездо, точно. Еще одно. Хех, блядь. Ну-ка. Сука, упала в воду, блядь. Давай. Змея, еще одна змея. Яйцо давай. Блядь, тут динамит, нахуй. Так. Ах, блядь, надо было по динамиту ебануть, да. И змея-то загнулась бы тут же. Яйцо взять, конечно же. Коричневое, причем оно, по-моему, полностью здоровье восстанавливает. И сюрприз, блядь. Антикварная трубка в вашем дипломате. Замечательно. Трубка. Блядь, еще что ли змея? Да вы, блядь, откуда беретесь-то? Не ешь меня, блядь, только на. Эх ты, сука. Промазал. На нахуй. Че тут змеи-то, блядь? Самки, что ли, все нахуй? А где самцы? Вы откуда яйца-то берете, блядь? А, блядь, а может это мужские? Надеюсь, что нет. Я еще их ем, блядь, между прочим. Надеюсь, что нет. Ой, блядь. Сука. Вот, а вы переживали. Долго-долго. Ничего не долго. Минуты делов-то. Сейчас пойдем. Сохранимся и поедем на этом катерке, блядь. Лодочка, моторочка, блядь. Блядь, там рыба, блядь, плавает вообще-то большая. А может быть, она не трогает тех, кто на лодке-то, блядь? Вот тут перезапишем, да и все. Перезаписать, конечно. Все. Так, у нас тут что получается по записям-то? Хрен знает, что там по записям, да и до пизды. Ну-ка. Так, у нас тут лодочка-моторочка. Хуя тут якорь-то, блядь, гляди-ка нахуй. А вот если веревки не хватит, блядь, там этот самый... Лодку-то, блядь, вместе с мотором и со всем говном, блядь, за собой потащит. Там что-то в воде есть. Или это рыба? Рыба плещется просто. Нам надо прямо ехать, и мы как раз приедем к сокровищу какому-то. Ладно, давай, мозги ебать не будем. Садись в лодочку. Фух, блядь. Как нам будет рыбину, блядь, не повстречать? Самое главное. Да тут мелко, блядь. Откуда такая рыба-то большущая здесь выросла? Здесь что такое? Здесь какие-то ворота, блядь. А как мне туда попасть-то? На таран, что ли, блядь? Нет, не получится. Закрыто, блядь. А я выйти-то могу? Нет, не могу. О, тихо. Тихо. Спокойно. Спокойствие, блядь. Только спокойствие. Ты, блядь, свой Титаник-то не утопи, нахуй. Значит, тогда вниз летим. Вот тут причал есть. Какой-то. Ну, хули делать-то? Больше делать нечего. Ну, ёб твою мать, блядь. Чё это? Рыбина меня преследует. Вот сука какая.
Вот это рыба? Или это крокодил, блядь? Ёб твою мать! Якорь, блядь! Чё это за хуйня такая? Вот. Не по... Рыба, блядь, или крокодил какой-то. Чё это вообще такое? Чё мне делать-то, блядь, Стой, стой, стой. Как... Блядь, деревья ебаные. Как мне быть-то? Вот, блядь. Карта, блядь. А, да как мне отцепить-то? Это... А, я же могу... Сука, сдох, да? Плыть, быстрее, там сейчас, блядь, этот крокодил утащит. Чё это такое вообще за создание? Да уходи, блядь! Ага, гарпунить её можно. Стой. Блядь, оно меня куда-то утащило. Или нет? Где оно? Бросить? Кого бросить-то, блядь? Где? Рыба, блядь! Где ты, сука? Вон она! На нахуй! Так, она меня опять преследует. А что мне с ней делать-то надо? Надо ей в хавальник попадать, блядь! Сука, опять сдох. Блядь, она меня сейчас съест. Вот точно я тебе говорю. Давай, плыви бегом. А, да, вот смотрите, там гарпун один торчит. Мне как бы надо что-то сделать. Что мне сделать-то, блядь? Ага. Это хренотень. Ну-ка, надо съесть что-то. Яйца оставим, яйца не будем есть. Вот траву одну съедим, да. Все. Да, я могу... Блядь! Опять сдох. Да ебаный ты рот. Не сдох, вернее, я упал. Все, я вроде бы как бы понял, что с ней делать надо. Надо гарпунами ее хреначить. Но ей, по-моему, как мертвому припарку эти гарпуны, блядь. Ей вообще похуй. Вон она! Блядь, да поверни ты, сука. Ну-ка. На нахуй. В очко прям. На рыбина, блядь. Сука. Где? О, блядь! Опять сдохла. Блядь, да почему сдохла-то? Не сдох. Не сдохла, а это сам... Как ее, столкнула она меня опять. Давай. Плыви, блядь. Уходи. Сейчас надо еще что-то съесть. Яйцо съедим. Че? А че, как мало здоровья-то? Ну, прибавило нам. Хуя себе, я думал, больше, блядь, будет. Да, два съедим. Так. На нахуй. Сколько, интересно, по ней надо выпустить-то, блядь? Все? Где? Где, блядь, тварь ебаная? Вон она! Ай, сука, не попал. На, блядь, ну как так-то? Я же, блядь, попал, я прям в хавальник. Ну, давай, бегом. Вон она уже кровоточит, блядь. Все, она... Ох, блядь, еще хуже стало. Уплывай, блядь. Блядь, еще яйцо надо съесть. Блядь, сейчас мы все яйца поедим. Где она? Где, сука? Вот. На, мразь. Где? Сучка, блядь. Здоровая хуйня какая. Давай. Да, блядь, в очко целься. Правильно. Я надеюсь, они у нас бесконечные гарпуны-то, блядь. Ну, на дно ушел. На дно ушел. Есть! Замочили, суку! Охренеть! Веревку-то, блядь! Что делать-то мне? Топор вон лежит. Резать.
Давай, нажимай. Так. Все, отлично, блядь. Рыба сдохла, интересно, или без сознания просто? Ну, всплыть вообще-то должна, по идее-то. Заводи свой дырчик. Куда ты поплыл-то, блядь? Ага. Я, видимо, к тому... Что с тобой... А, блин, это укол действует, судя по всему. Это прискорбно. Что здесь такое? Конец главы. Метка 75. Всего 77. Убито врагов 54. Количество смертей 0. Я даже ни разу не сдох. Ха-ха. Отлично. Сохранить? Конечно, сохранить. Блин, вот это бой был с этой рыбиной, блядь. Или головастик, или как тритон, или какой-то, блядь, переросток, блядь. Ну и что тут у нас? Сейчас, может, кто-то тебе поможет, что ли? Или сам очнешься? Нет, сам очухался. Кто здесь? А, в крови у него какой-то все-таки вирус зарождается. Видимо, мутирует наш Леон. Что-то, блядь, больно быстро. А, снится. Ну, снится-то это ладно, Тали. Ну? Тут машинка должна быть где-то поблизости. Леон, вы уже 6 часов не выходили на связь. Я начала волноваться. Неужели? В общем, у меня закружилась голова, а потом, кажется, я потерял сознание. Потеряли сознание? Может быть, это как-то связано с тем, что говорил староста? Не знаю, пока я в порядке и продолжаю выполнять задание. А, блядь, ничего, что мы там с рыбиной, блядь, величиной, хрен, с кита, блядь, сейчас бились. Патроны, блядь. Граната. Ну, куда эти... Граната. Там дождик. Хуя себе. Тут даже погода меняется. Охренеть. Блин, 2005 года игрушка. Деньги. 1100. Что-то еще тут есть. Какая-то записка. Давайте почитаем. Анонимное письмо. За водопадом спрятан важный предмет. Если вы достанете его, вы сможете вытащить Эшли из церкви. Но помните, что путь к церкви не прогулка по парку. Вам придется столкнуться с тем, кого они называют Эль-Гиганте. Поэтому да благословит вас Господь. Насчет того, что происходит с вашим телом. Если бы у меня была возможность помочь вам, но, к сожалению, это не в моих силах. Ну вот, отлично, еще какой-то Эль-Гиганте нас ждет. Просто прекрасно, блядь. Предел мечтаний. Как грязно. Ну да, это не Хилтон, блядь. О, ящик какой-то. Ничего интересного. Да. Ладно, давайте сохраняться. Пожалуй. Записать. Да, записать. Записали мы игрушечку. Блин, вот эта серия у нас сегодня получилась. Охренеть, блин. Ладно, ребят, давайте на сегодня заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Главное, с вами был Фокс Малдер. До новых встреч и всем пока.